А буквально через несколько мгновений вместе с вами мы сыграем замечательную викторину, которую мы посвящаем к Дню Спасателя в Республике Беларусь. 19 января отмечается этот праздник. 20 лет назад указом президента Республики Беларусь было создано Министерство по чрезвычайным ситуациям. Профессия спасателя входит в список самых опасных профессий в мире, которая связана с риском для жизни. Она требует высокой профессиональной выучки и самоотверженности. Сегодня Белорусская служба спасения располагает самыми лучшими кадрами и современной техникой, что позволяет ей и решать задачи любой сложности. И именно к этому профессиональному празднику наших спасателей пожарных, который отмечается, напомню, 19 января, мы проведем интерактивную викторину, разыграем памятные сувениры от Минского городского управления МЧС. Разыграем вот такой замечательный пакетик с брендированной продукцией. Это и вымпел, и кружка, и блокнот. Все это можно, собственно говоря, выиграть прямо сейчас, если верно ответит на несложный вопрос. Итак, как же называется переносная лестница пожарного? Первый вариант — цифра 1 — спасалка. Второй вариант — цифра 2 — штурмовка. Третий вариант — цифра 3 — боевка. И четвертый вариант и цифра 4 — стремянка. Либо цифру 1, либо цифру 2, либо цифру 3, либо цифру 4 присылайте на номер 3377 в виде СМС. Тот из вас, кто окажется первым, тот и получит этот замечательный подарок. Через 5 минут подведем итоги. Радиус ФМ представляет. Подарок достается замечательному нашему слушателю. Это абонент, чей финальный цифр номера звучат следующим образом. Сейчас внимательно проверим. Итак, последняя цифра номера ваши 4152. Поздравляем вас с победой. И напоминаю, что вам достается замечательный приз. А вот верный ответ звучит следующим образом. Как же называется переносная лестница пожарного? Цифра 2. Штурмовка. Именно так. На Радиус ФМ 100% хит.